Всем привет! Сегодня 30 июня, Московская область. Это моя стеклянная теплица, перечно-огуречная. Что хочу для начала сказать о погоде. У нас очень сильно похолодало. Днем плюс 10, плюс 15 это максимум всю неделю. А днем и 4, и 6 градусов тепла. В общем, одели мы шапки и куртки. Растение, конечно, стрессует. Что здесь скажешь, потому что еще вдобавок каждый день просто идут дожди, причем такие сильные. Вот так это все выглядит. Еще ни один перчик у меня здесь не покраснел. Вот так вот. Перцы неплохие, завязались, мне нравится. Вот этот крупный, крупноплодный. Это рамира. Это яблочный спас. Смотрите, как маленький кустик, и как облеплен. Хороший перец, мне нравится. Вот тоже яблочный спас. Здесь перчинки тоже хорошие. Это длинный перец. Это сладкий перец питон. Вот такой длиннющий. Это сладкий. Кустик такой интересный. У него листва узколистная, так лист узкий. Вот такие перчинки. Так, сделала сегодня удобрение зеленое. Я делаю. В течение недели я вообще сюда не приезжала, ничего не касалась, не подкармливала, поэтому огурцы не очень в хорошем состоянии, я вижу. Поэтому сделала зеленое удобрение. Буду подкармливать через 3-4 дня. А сегодня я уже пролила. Развела гумат калия жидкий и пролила огурцы. Все не особо в плохом состоянии, я ожидала худшего. Так, ты куда уже сейчас? Перец. Перец рвать? Пойдем вместе. Петунии, все у меня это было на улице. Отсветшие за неделю убрала. Пол ведра, в общем, отсветших цветочков сняла. Здесь у меня перцы в открытом грунте. Да, срезай. Покраснели уже. Они, между прочим, покраснели уже давно, и мы их все никак не снимем. Срезай аккуратно. Еще один надо пить. Да, давай. Салат сегодня будем делать, да? Еще один там. Ну, еще здесь оранжевый два. Это рамира тоже уже. Такой красивый, вкусный перец, мне нравится, такой пахучий, он тонкостенный, в салатах, для салата просто он идеален. Я уже делаю вовсю, только ты не поломай стебелек. Давай, все, клади. Еще один. Еще один желтый, да, срывай. Здесь еще зеленые, но тоже уже скоро поспеют. Вот этот срывай. Угу. Так, ну что еще покажу. Смотрите, гераньки однолетки, веселые ребята. Здорово уже цветут, они разноцветные. Горошек растет, уже вымахал больше метра. Надо будет его сюда поправить, чтобы он плелся по нитке. Вот такой высокий. Это горошек, который без листьев, такими веточками. Так, здесь у меня что? Кукуруза. Вот такая красавица. Но так как был сильный ветер и очень сильный дождь, и мне пришлось кукурузу подвязать, потому что она немножко накренилась. Вот так она выглядит. Сейчас уже выпускает метелку. И здесь вот так. Но здесь всего лишь вот 4 вот этих куста подвязала, потому что прям чуть ли не легли на землю. Здесь у меня, смотрите, от дождя как раскидала кабачки. Прям лежат. Кабачки уже тоже скоро у меня пойдут. Вот через 2 дня уже буду срывать. Вот они. Это сорт кавили. Вот такой. Пошел уже. Здесь это цукини тоже. Вот они. Цукишки пошли. Тоже скоро будут. В общем, все цветет и пахнет. Здесь тоже у меня перчики.
хотела показать капусту, как она разложилась от дождя. Все собрала, а ну-ка красоту покажи. Молодец. Очень красивый. Мам, можно я его попробую? Конечно. Пробуй, он чистый. Ну как? Вкусно? Ну все, ставь, мы сейчас пойдем с тобой суп есть. Так, и салат делай, да? Вот, хотела показать капусту. Смотрите, как листья разложились полностью по земле. Вот она прям лежит, каждый лист лег на землю. Вот такой был сильный дождь. Смотрите, здесь вообще междуряди ничего не видно. Вот так выглядит капуста. Да, вообще. Сегодня вышло солнышко. Это огурцы в открытом грунте. Бедные, роста нет. Я ничем не укрывала. Вот плюс 6, плюс 4 ночью. Так оно у меня есть. Не накрывала ничем. Что хочу сказать, что в Московской области в данный период времени растет очень хорошо и не болеет. Это трава. Так, это моя вторая стеклянная теплица. Здесь растут высокорослые томаты. За томаты хочу сказать, что мы их уже едим. Массово начинают зреть 6-7 сортов. Мы уже попробовали новых. Каждые 4 дня мы срываем примерно вот по такому ведерку. Ну и зреют. Вот вчера только снимали, сегодня уже висят красненькие. Здесь черный ананас у меня. Ананас еще не пробовали, вот только начал. А так многие сорта мы уже попробовали. Некоторые понравились, некоторые нет. Но о сортах вообще я буду снимать, конечно, видео. Это я снимаю каждый год в конце сезона. Это сорт вот такой красивый. Это сержант Пепперс. Я очень долго ждала, когда он созреет. И смотрите, какая красота выросла. Ну, очень красивый томат. Смотрите, он начинает уже лопаться, потому что сейчас идут дожди. И налив томатов идет практически, да, они бурелые. И от воды начинает лопаться, потому что все-таки они подсасывают воду извне теплицы, конечно же. И вот идет растрескивание плодов, которые совсем зеленые-зеленые, конечно, они трескаться не будут, если прекратятся дожди. А вот которые уже были на стадии созревания, трескаются. Смотрите, как он красиво растет. Это сердцевидный томат. Там тонкий ствол у него, стебель. Ну, это как у всех сердцевидных. И вот такая у него урожайность. Неплохая. Знаете, урожайность средняя. Не сказать, что прям они урожайные здесь завались. Но он очень высокорослый. Уперся уже в крышу теплицы. Сейчас мы с вами попробуем этот томат, потому что я его очень сильно ждала. Но, знаете, первое впечатление, так визуально, да, он очень красивый, просто невероятно. Я его прям сидела, рассматривала, какой же он красивый, великолепный. Это даже он не красный, а розово-красный, с такими фиолетовыми плечиками. Прям он как на картинке, такой он и есть. Созрел у меня уже это низкорослый томат «Утенок». Тоже очень красивые помидорчики. Смотрите, и настолько они сладкие, настолько они вкусные. Вот с таким, видите, носиком. Сейчас, чтобы не сильно солнышко попадало. Смотрите, какая красота. Очень красивый и очень вкусный. Это ранний помидор низкорослый. А так, ну, помидоры есть, висят. Не скажу, что они у меня в таком идеальном состоянии, потому что лист здесь есть такие, видите, листочки у меня немножко засохшие. Ну, в принципе, урожай хорош. Смотри, Мирош, какая кисточка большая. Нет. Ну вот, нет, кисть, видишь, с помидорами, это называется кисть. А ты что, желтый помидор, этот перчик съел уже? Ну, я хочу. И что, красный будешь пробовать? Да. Ну, попробуй, я и скажешь, вкусный Проще? Или нет. Ну, пробуй, Проще. Нет, ты пробуй. Скажешь. Тоже сладкий. Сладкий? Да, я попробую. Слушай, а правда сладкий-сладкий, да? Это же какой-то сладкий посадил. Сладкий, да. Да. Вот этот томат тоже очень красивый. Начинает зреть. Смотрите, отрывается плодоножка. Вот она. Такой красивый. На картинке, конечно, красивый. Не знаю, как он будет
какая красота. Значит, что делаю с теплицей томатной? Ничего. Ничего не делаю, потому что не считаю нужным. Вот растут, созревают, и это хорошо. Сейчас сюда пройдем еще. Здесь наливаются такие крупноплодные, красивые. Сегодня солнышко вышло. Так, до этого, конечно, ни минутки не было солнышка. Смотрите, какие плоды наливаются. Ветка уже надрыв идет. Сейчас я ее подвяжу. Крупнючий. Так, где мой любимый южный загар? Вот он, мой красавчик. Смотрите, какой он. Сейчас веточку уберу. Вот, это одна кисть. Вот она. Вот еще кисть. Вот еще. Ну и дальше он пошел. Здесь еще у меня куст. Вот он еще. Это южный загар. Ой, какой красивый помидор. Вообще красота, красота. Смотрите, здоровый какой он. Сейчас уже зеленый, мне в ладошку не помещается. Прям огромный. Смотри, какой большой помидор. Смотри. Да? Смотри, как две руки твоих. Очень большой. Все, оставляй. Не трогай, чтобы не сорвать. Мама, это да. Что? Где? Это семена. Давай. Мама, я пошел. Вот, зреют. В общем, помидоры едим. Нравится. Так, что делаю? Значит, еще я сегодня что сделаю обязательно? Это пролью томаты и разведу гумат калия. Как, собственно говоря, я сделала это для огурцов. И буду проливать. Потому что плоды очень интенсивно наливаются, чтобы не было вот этих вот жил внутри томата белых. Конечно, нужен калий в обязательном порядке. Я им пользуюсь и пользуюсь жидким. Это гумат калия без всяких минеральных добавок. И хочу еще показать лаванду, потому что она просто цветет, цветет и цветет. Смотрите, шмели работают здесь. Вот такая лаванда у меня. Это просто великолепная. Сама выращенная из семян. И перезимовала. И вот такие соцветия. Крупнющие. Это просто великолепно. Так, и еще хочу показать баклажаны. Я с ними еще ничего не делала, не заходила. Потому что я приехала сегодня утром сюда. И вот я вместе с вами сюда, собственно говоря, и захожу первый раз. Так, ну что, ну неплохо, цветут. Сейчас, если у меня останется еще гумат калия, я их тоже пролью. Трава уже начинает здесь расти. Цветут хорошо. Все неплохо, в общем. Тоже они у меня не накрыты, соответственно, вот как я показывала, только закрыты, только стены. Голова у баклажана открыта. Ну, в неплохом состоянии, все нормально. Здесь перчик, это острый маленький, такой декоративный, острющий, очень острый. Вот так выглядит моя баклажанная плантация. Так, это видео я снимаю, знаете, в формате влога. Вот все же как бы есть, так показываю. Хорошо начали, конечно, георгинки расти. Так, и пойдемте, я еще покажу грядку с бахчой. Пока иду к арбузам, картошку не показала. Вот, растет она у меня, все нормально. В следующем году я тоже буду картофель сажать в мягкий контейнер. Так, травы очень много. Ничего еще не укосили, потому что каждый день дождь идет. Это лук репчатый. Это лук Exhibition, который я вырастила сама. Смотрите, уже наливает вот такую хорошую головку. Сегодня хочу, вот если по времени, конечно, хватит, подкормить золой. Просто рассыпать и слегка ее вот так в почву, с почвой смешать. Есть у меня зола, наросла. Ну, лук, в принципе, в неплохом состоянии. Это все Exhibition. И здесь два рядка у меня из севка посажено. Нормально. Но зола, конечно, нужна, подкормить золой. Это холм, где растет у меня арбузы растут. Вот, вот они мои арбузики. Вот так они сейчас выглядят. Ничего не накрывало. Вот были холода вот эти. Но сейчас они продолжаются. Ничем не накрыло. Просто вот
как тогда сняла спанбон, когда была жара, все, больше не накрывала, потому что это надо играться, открывать, закрывать не хочу. Вот два арбузика. Подложила обязательно здесь дощечки, чтобы плоды не загнивали. Вот тоже, видите, дощечка. Пока я плоды не контролирую. Вот они мне сейчас нарастут. Кое-что все равно сейчас отпадет, само собой растение скинет. Поэтому пока не контролирую. Сейчас еще немножко. Я буду плеть обрывать. И уже все. Что нарастет, то нарастет. Вот такая у меня горка с арбузами. Это сорт цыганок. Там клубника. Здесь подсолнечник высажен возле септика. Здесь такой и для еды, и для красоты. И напоследок хочу показать тыкву. Я тыкву вообще обожаю выращивать, но в этом году она меня вообще не радует. Не могу смотреть на нее. В этом году сложились такие обстоятельства, что мне ее пришлось посадить в мягкие такие контейнеры. Они 50-литровые, но качество растения оставляет желать лучшего. Это я убеждаюсь на личном опыте, потому что тыкву я выращиваю по своему личному методу. Но в этом году я не смогла так ее высадить, как мне нужно. Высаживаю я на возвышение, на хорошее возвышение. С полностью закладка в яму, это иконский навоз и крапива, поливы зеленым удобрением и так далее. Тыква, даже мускатные сорта при такой посадке замечательно вызревают, снимаются практически у нас в Московской области созревшие, представляете? А здесь, ну, вообще ерунда. Получается, эти мягкие контейнеры для тыквы, это ерунда, это чисто мое мнение. Потому что уход, в принципе, такой же, но контейнер есть контейнер. Тыква должна расти на воле. Вот что я хочу сказать. Даже вот, я могу вам привести пример. Это арбузы, высаженный мягкий контейнер, одинаково с теми арбузами, которые я вам сейчас показала, которые растут на возвышении. Там уже завязались плоды, и они уже как мячик, больше теннисного даже мячика. А здесь, вот смотрите, арбузы еще даже не цветут. Вот так, вот такая вот и разница. Я уже не говорю о тыквах. Тыквы только начали цвести, еще плоды, в принципе, ни один сорт не заложил. Вот так цветет, это цветут мужские цветы. Это так ни о чем. Знаете, я сейчас хочу что сегодня сделать. Есть у меня сейчас куча земли. Мы там привезли небольшое количество земли. Я хочу убрать тыквы с этих контейнеров и высадить на волю, если так можно сказать, на возвышение. Я не знаю, сегодня получится у меня это сделать или нет. Вот сорт царевна лягушка. И смотрите, ну разве в июле, практически в месяце июля, это тыква? Это не растение, это тыквы. Ее нужно срочно высаживать. Вот я хочу ее просто, контейнер мягкий, я думаю, мне получится аккуратно вытащить эти растения, так же вот как они есть, по два, и высадить их на волю. Плети у некоторых сортов уже, конечно, громедные. Не знаю, может быть, что-то обломается, не знаю, но я считаю, что здесь, конечно, растения у меня мучаются. Вообще бестолково растут. Вот честно сказать, если их здесь оставить, у меня, наверное, урожая в принципе не будет. А может быть, по одной тыкве здесь и завяжется, но вызреют они или нет, потому что в этом году у меня практически все сорта мускатные. А для Московской области вырастить мускатные сорта, это нужно постараться, я считаю. Потому что смотрите, какая у нас погода непонятная. Вообще, то жара, то холод. Ну, в общем, если сегодня получится высадить, я вам покажу. А это, смотрите, тыква. Помните сорт? Я в прошлом году высаживала. Это аккорд, это сорт Sweet Reba. Вот так она выглядит. Она была темно-зеленая. А это вот уже пожелтело. Осталась одна тыква. Лежала у меня просто на кухне. И вот она только-только начала мягчеть. Видите? Мягко становится. То есть, представляете, июль месяц практически сегодня. И вот она только-только начала становиться мягкой. Ну, хочу сказать, даже кто-то мне писал, что она должна полежать и вызреть. Тогда она будет вкусная. Ничего подобного. Она у меня вот в таком состоянии уже лежала.
я резала другие тыквы, которые полежали и полгода практически. Нет, вкус не тот. Хотя, знаете, она, конечно, очень красивая, смотрите, в форме желудя. На кухне замечательно смотрится. Как декоративное посадить, классно. Так, и еще чеснок не показала. В этом году я недовольна чесноком вообще. Смотрите, разве в июне месяце может быть такой чеснок? Я думаю, что нет. Стрелку я оборвала, сейчас хочу вырвать, посмотреть, что с чесноком. Вот так выглядит чесночок. Это сорт у меня Любаша, по идее, на выставке покупала. Ну, так выглядит. Он еще не созревший, вижу, что еще чеснок не созрел. Но уже дольки хорошо образовались, зубчики. Ну, такой, ну, довольно-таки крупный. Вот моя ладошка и вот чесночок. Посмотрим. Конечно, выкапывать его еще у нас рано. Что ты сорвал? Землянику одну я съел, землянику. Ух ты, молодец. Вкусная, сладкая? Да. Ну, кушай. Да. Ты мне даешь? Как она вкусная? Чуть-чуть кисловатая, да? Я обожаю черную смородину. Не люблю ни красную, ни белую, ни зеленую. А черная — это невероятный вкус и запах. Поэтому я ее и морожу, делаю компоты. Самое главное, еще делаю пастилу, которую у меня едят в семье все. Я уже показывала на канале, у меня есть рецепт черной смородины. Пастилы из черной смородины. Смотрите, какая красота. Итак, хочу показать все-таки сорт Сержант Пепперс. Но внешне он очень красивый, а жалко резать. Он как будто не настоящий. Ну, посмотрим, что будет внутри. Левой рукой не очень удобно, но режется очень легко, как по маслу. Но внутри, я хочу сказать, он не хуже, тоже красивый. Смотрите, мякоть сахарная, прям сахаристая. Белой жилы нет, только возле, где плодоножка прикрепляется. Все. Так, теперь надо попробовать, как он на вкус. Сейчас я еще разрежу камеру, посмотрим. Практически не водянистый. Смотрите, одно мясо. Вот такие семенные камеры. Так. Запах такого настоящего помидора. Вы знаете, он очень вкусный. Реально вкусный. Конечно, сейчас, попробовав один помидор, очень сложно сказать его настоящий вкус. Но я теперь хочу попробовать, вот где фиолетовое плечико, как это на вкус. Где вот эти фиолетовые плечики, совсем не жесткая мякоть. Очень вкусные. Чуть-чуть водянистые, но я предполагаю, что это и за счет наших недельных дождей бесконечных. Сегодня только первый день, когда нет дождя. Прям мне, вы знаете, мне очень понравился томат. Это сорт. Я обязательно соберу семена, но, конечно же, это я буду еще пробовать, дегустировать, потому что в разное промежуток времени он показывает разные вкусовые качества. Поэтому буду смотреть. Но пока мне он очень нравится. И внешне, и по вкусу. А по вкусу это самое для меня важное. Пробовать. Давай, скажешь, как. Вот отсюда пробуй, где нет беленького. Вот здесь. Бери. Ну, двумя руками бери. У тебя во второй руке сладость. Сейчас тебе, наверное, помидор будет кислый казаться. Давай, пробуй. Вкусный? Сладкий. Ну все, значит, я точно соберу с него семена. Пересадила тыквы.
получилось черти чё, но как получилось, потому что я делаю это все одна и все сделала по своим силам. Вот моя любимая куча, она, конечно, не оформлена. Я здесь сделала небольшую площадочку и высадила тыквы. Очень сложно пересаживать такие уже взрослые растения. Я этим ерундой этой занимаюсь первый раз, но ничего не поделаешь, потому что в контейнере тыква никакая вообще. Вытаскивала, значит, растение, корневая система очень маленькая, поэтому она бы, если бы прокормила одну-две тыковки, и то навряд ли они бы вызрели, потому что сорта мускатные. Значит, высадила, все в лунку добавила. У меня был не конский навоз, а коровий. Значит, чтобы тыква поменьше полила и лучше прижилась, по длине плети я присыпала ее землей. Вот, и здесь вот как раз она по ходу действия даст дополнительные корни, что укрепит ее, и она будет меньше болеть и выкормит все-таки все завязавшиеся тыквы. Ой, конечно, ну что получится, не знаю, что получится, будем смотреть. Высадила сегодня, как раз погода неплохая, но в плане того, что не жарко. Через несколько часов передаю, дождь пойдет. Ну вот как раз все для нее. Надеюсь, что она приживется. И мой вывод такой, что я первый и последний раз тыкву, конкретно тыкву, сажаю в контейнер. Но нельзя вырастить хорошее растение, затем получить хорошие плоды, особенно мускатных сортов, в контейнере. Вот у меня был контейнер 50-литровый, и то это ни о чем. Тыква должна расти на воле и давать дополнительные корни по плети, и только тогда будет хороший урожай. Реально хороший урожай. Можно получить в контейнере одну тыкву, две тыквы, и то суть она вызреет на корню или нет, это еще вопрос остается. Но вот таким способом она реально вызревает, наливается, и получается очень сладкий и очень вкусно. Но это только мое мнение, я не буду ни с кем спорить, так что это мой опыт. Так, у меня на сегодня все. Сейчас светит солнышко, но через пару часиков будет дождь, потому что очень душно, все идет дождем. Мы будем собираться домой. Я вам желаю всего самого хорошего, чтобы лето наконец-таки у всех наступило, потому что мне в комментариях написали, что во многих городах России нет лета еще. Поэтому хорошего вам лета, заходите на мой канал, и всего вам хорошего.